это самое любимое, наверное, беговое мероприятие, потому что оно летом, потому что оно недалеко от моего города, где я живу. Здесь здорово, весело, здесь все беговые друзья. Я бегаю Брук 4-й год, и каждый год я беру все дистанции. Так Брук всегда либо жаркий, либо мокрый, всегда он какой-то непредсказуемый и тяжелый, но любимый. Шикарный праздник. Все, что делает Миша Долгий, это настолько все интересно, позитивно. Много друзей я встречаю, вот, которых, в принципе, давно не видел. То есть это вот место всего позитивного. Yeah.
А завтрашнего дня хочется хорошей погоды, чтобы не было дождя, это во-первых, чтобы не было солнца. Воды будет больше, чем в прошлом году в любом случае, потому что будут глубокие броды, прекрасные глубокие теплые болота. Во-первых, у меня это некий реванш, потому что в прошлом году тоже бежал 100 километров, получил тепловой удар. Путешествие классно. И это будет не результат, а просто понять, что такое длинный трейл. Втроем мы все время бежали, я, Василий и Костя.
до последнего пункта питания. Уже на последнем пункте питания мне удалось чуть-чуть ускориться, убежать, и тогда я перестал кости винить. Здесь всегда такая атмосфера обалденная, просто кайф, реально. Огромное спасибо. Я всегда сюда с такой радостью еду. Это прям целый фестиваль, праздник, где такая домашняя атмосфера, все друг друга знают, любят, поддерживают. Спасибо Мише, трасса, как обычно, просто фантастика. Я бегала ее сегодня уже третий раз, поэтому знала, где что. Опасные участки, болото. У меня была цель просто выйти на старт. Я была готова, в принципе, сойти, если у меня будет дискомфорт в ноге. Но я вышла на старт и поняла, что моя нога сегодня готова. Участки разные, мы разные. Мы выбрали каждый участок на свой вкус. И каждый пробежал то, что хотел. И каждый получил удовольствие от этого, самое главное. Мы довольны на 100%. Груд для меня – это все. Я и моя команда, мы счастливы нести такой свет, добра, эмоций, дружбы, любви. Недаром в этот раз такой, скажем, девиз был «All you need is love». То есть все, что нужно – это любовь. Впереди 24-й год, десятилетие. И ждем вас в следующем году, друзья. Да пребудет с вами сила!